В Уральске в преддверии Дня Конституции приняли присягу молодые сотрудники Департамента внутренних дел. Участковым инспекторам полиции областного центра вручили ключи от 25 новых автомобилей «Нива». К слову, полицейские региона по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений добились лучших показателей в стране. Теперь стражи порядка смогут еще более оперативно реагировать на обращения населения. Сегодня мы получаем еще 25 автомашин «Нива» марки для участковых пунктов полиции. Я думаю, что участковые инспектора полиции должны реагировать на все сообщения о преступлениях и правонарушениях моментально, быстро. Поэтому это даст эффект. Самое главное для того, чтобы обеспечить правопорядок и сохранность наших граждан, это материальное оснащение. В то же время и ответственность наших полицейских для того, чтобы самоотверженно они обеспечили порядок, законность.